Все такие умные. Вот они. Вот, самые суровые зрители. Самые суровые. Здрасте, Виталий. Здравствуйте. Здорово, здорово, здорово. Ну что? Сегодня я с женой, ты видишь? Я вижу жену, да. То есть мы с вами общались сначала с женой, потом без жены, по-мужски. Сегодня опять с женой. Вот. Да. А когда мы с женой общались? Стоп, стоп, стоп. Самый-самый первый раз. Самый-самый первый раз. Вам найти доказательства с женой? Да, давайте, находите. Значит, ха! Это будет легко! Да, конечно. Давайте, хейтите, давайте. Нет, слушай. Нет, хейтили, вы меня хейтили. Нет, нет. У меня все ходы записаны, да. Все ходы. Чтобы им было хорошо, приятно. А они, значит, тут носом воротят. Это им не то, Где жена там? Вот там жена там. Это не так. Ну, какие есть, такие есть. О, точно, девушка моя. Вы думаете? Конечно, точно. Слушайте, ну вы вообще пипец просто. Вы, у вас действительно все хода записаны? Конечно, конечно. Я же должен иметь... Вдруг ваша супруга будет со мной по-доброму общаться, скажу, а я ни при чем. Это все вот так вот. У нас ничего не было, да? Слушай, что там сегодня споешь? Что я сегодня вам плохо спою, вы хотели спросить меня? Давайте. Ну, плохо, ну мы в прошлый раз там вы сказали, я не говорил, что ты плохо поешь. Ну, вы сказали, я так сказать не мог, я мог сказать как немножко по-другому. Ну, сегодня чуть-чуть не очень, то есть деликатно, но смысл этой фразы я угадываю. Я понимаю между строк. Но не профессионально. Слушай, ну, давайте так скажем. Это да. Ну профессионально вот. Играю. Вот. Ну что? Какую мы сегодня непрофессионально будем исполнять, Виталя и его жена? Как вы запомнили? Что мы просто в прошлый раз пели? Ой, вы думаете, я запоминаю? Вот эти ходы я не запоминаю. Блин, это пипец. Кукловода? Еще? Не. Слушай, ну. Аленушка, у тебя есть... Нет, Аленушка вообще в другой теме. По поводу музыки она в другой теме, так что... Она в криптовалюту, наверное, занимается, да? Нет, нет. У меня другой бизнес. Другой бизнес? А вы бизнес-вумен? Так, ладно, что так. Мы будем сегодня петь? Ну, к тебе, Виталь, вопрос. Можно на ты? После трех раз мы уже обязаны перейти на ты просто. Да, конечно. А мы что, с тобой на «вы» общались? Мы со мной общались, кажется, да. Мы уже интеллигентные люди, ну так, на первый взгляд. Слушай, да? Блин, пиздец, какие мы с тобой интеллигентные. Ну, и... Сколько раз пересекались и до сих пор на «вы» общались. Ну, я так думаю. Может, я. Итак, ну давай. Я помню, ты любишь западное, но западное я не так много, чтобы знаю. Поэтому... Что-то новогоднее. Новогоднее? Да. Маленькие елочки. Дискотека «Авария», что ли? Да. Ну, я могу ее лучше, да, сыграть, потому что я текст плохо помню, примерно. Привет! Привет! С Новым годом! Приходит Дед Мороз, и можно спокойно от чего угодно. Так как где его носит такого сынового старика, который подарки встает, достает из рюкзака? Эй, Дед Мороз, выходи! Тебя заждались мы, и песню твою тебя заказывать достали. Покажись нам, а не нервируй детей. Что же сделать, ё-моё, ё-моё? Что говоришь? Ты говоришь, что я красавец? Ну это да, это правда. Тут это не отнять. Вот. Я понял. Я запись не включил, блин. Кто ты? А я включил, у меня потом. Я понимаю, что у тебя запись. Я тебе продам эту запись потом, не переживай. Сделаем. У тебя же жена бизнесменша. Вот у нас с ней будет гешефт. Вот. Ну, какую еще песню? Можем еще другую песню «Дискотеки аварии»? Ну, погоди. Че? Давай, ну, погоди. А что, ну, погоди? Если... Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз, пролила немалая горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать, выходи. Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед
Дед Мороз, погоди. О, Алёнушка, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, погоди. Ждёт моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня. И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты. А ну-ка, давай-ка, выходи! Плясать выходи. Плясать выходи. О, все знаешь, Идаля. Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, не пизда, выходи. Погоди. Да, выходи, да, именно так. Ну, Новый год! А там еще была другая песня. Ну погоди, Алла Борисовна Пугачева. Помнишь? Будет Новый год. О, Новый год. Там. Да. Гулять так мне. Ледяной дарую айсберг. Из тумана вырастает. И несет его течение по бескрайним по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. А я про все на свете с тобою забываю. А я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг, мой Виталя. И все твои печали по черною воду. И все твои печали, Виталенька, со мной. Друзья, порадовал, порадовал. Конечно. Да. Пара-пара. Я понял. Вот. Ну, старался как мог. Видите, сегодня вы так улыбаетесь. Молодец. Умничка. Это да. Это да. Все. Реабилитация. Реабилитация прошла. Я только не понял, у кого она прошла. Она у вас прошла, реабилитация? Или у меня реабилитация прошла? Ну, реабилитация прошла. Алёнушка, Виталий. Мы хотим что-нибудь заполировать? Или пойдем? Хотим. Хотим. Алёнушка хочет. Извини, Виталь, Алёнушка хочет. Песня про А есть? Про что? А, ну, Алёнушка говорит. Не-не-не-не-не. В Африке горы вот такой вышины. А-а, в Африке горы вот такой. Которая поет? Или которая танцует? Алёнушка, я тебя не вижу. Женщина из Простоквашино, которая приехала домой, можешь напеть? А я не помню, какая там песня была, когда у мамы дяди Фёдора... Блин, которую ты ходила напевала. Вчера ты не могла вспомнить, а сегодня напевала. Я напевала, напевала. Мелодия стоп, у меня. Стоп, стоп, стоп. Вообще не ложилась. Из Простоквашино. Ты не ложилась? Подожди, подожди. Ты не тарахти. Алёнушка, Виталий. Эй, бля, я не помню. А, как бы не было зимы, что ли? Как бы не было... Да! И ваше очко уходит в зрительный зал. Все четко. Сейчас я найду песню. Как бы не было зимы в городах и селах. Тро-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Этих дней веселых. Этих дней веселых. Мне кажется, это такая же женская чистая песня, да? На-на-на-на. А можно ее в мужском исполнении? Ну там нет таких, там текст. Там, никогда бы не знали мы этих дней веселых. Как будут мужчины про эту песню? Нет. Ну как, там не было, значит, не было дней веселых. Ну значит, не было, ну да, да. Вот такая вот песня. Ну, поехали. Как бы не было зимы в городах и селах, никогда не знали бы этих дней веселых. Не кружила бы малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня. Как бы, кабы, не петляла бы лыжня. Как бы, кабы. Как бы не было зимы, в этом нет секрета. От жары устали мы, надоело бы лето. Не пришла бы к нам метель ни денек на денек хотя бы. Ни снегирь не сел мои, кабы. И снегирь не сел мои, кабы. О, как
как бы не было зимы, а все время лето, мы б не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам, мы через ухабы лед на речке бы не замерз. Кабы, лед на речке не замерз. Кабы, эй! Вот! Он выключил звук. Но я по губам понял, Аленушка, понял, что тебе очень понравилось. Мне вообще акустика. Слушай, я ебанул только что, но у меня акустика тут довольно-таки хорошая стоит, и усилитель довольно... Мы с Аленушкой так волюме накрутили, блядь, и я микрофон просто-напросто выключил. Эй, Аленушка, чтобы... не говори, Аленушка, вообще первый день у тебя сегодня. Все, шаканцы. Но дай бог не последний, Аленушка, Я в его кабинет очень редко захожу. Да, у меня тут свой кабинет. Я бывает раз в месяц где-то могу зайти посидеть. Вот. Давайте я вам сыграю. Вы поете вообще офигенно. Такое классное настроение. Сейчас он мне расскажет то, что ему до этого рассказывал. Не надо, потому что, Виталь, потому что у Аленушки вкус проснулся, понимаешь, Виталь? А у тебя вкуса как не было, так и нет. Ну ладно, херси, я тут с Аленушкой полностью согласен уже. Вот. Так, с женой не согласиться. Это называется «переобуваем в воздухе». Зимно, ради любимой жены я переобуюсь не только в воздухе, и под землей переобуюсь. Переобуешься? Ты пока не спеши, пока рановато. Ну... У нас сегодня такая новогодняя тематика, да? А можете на свой вкус? На. А, сейчас, я, знаешь, гляжку сделаем. Чесночется вот эти сопливые вот эти вот. Мы начали дискотеки аварии. Мы дискотеки аварии закончим, но другой песней. Ща. Гимнастика, что ли? Нет. А вы что, хотите гимнастику? Гимнастика — это Высоцкий. Кстати, да. А Высоцкого можешь бацать? О, кстати, да, прикольно. Но... Корабли постоят. Пойдет? Что? Корабли постоят. А я не слышу такое. Корабли постоят и ложатся на курс. Но не... Что-нибудь веселенькое. Я просто знаю, что только две песни. Корабли постоят, наверное, лирическая. Но может, на 2-4, на 3-4. Понимаете, движение там. Может, гимнастика тоже? Да, утренняя гимнастика называется. Ну, может, никогда не пел ее. Не верю, что я правильно спою. Гимнастика. И глубокие руки шире. Да, это я помню. Мне надо рот закрыть. Да, я тоже. Ну, давай попробуем. Ну, если что-то ошибка будет, то уже... Опаньки! В долах глубокие, руки шире. Не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвяющее. Если жив, пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Если жив, пока еще гимнастика. Похоже? Если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движение. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вглубь глубокий до изнеможения. Если вырос в целом мире группа вирус, 3-4, еще не горят сторон заболевания. Если хрилый сразу в гроб, сохранить здоровый штуп, применяйте, люди, обтирание. О, если хилый сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если вам совсем не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. О, если всем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте. Выигрыш этот даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общий, укрепляющий. О, красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общий, укрепляющий. Даже общий примеряющий. Включай звук. Да-да, примеряющий, да-да-да. Так хотелось подписать. Слушай, у тебя хрипота Высоцкого есть, ну, кстати. Ну, классно. Но, говорю, это не... Высоцкого нужно петь, блин. Ну, говорю, надо просто другие песни там. Может, не под эту песню? Вот. Не знаю, так хотелось тебе подпеть. Ну, голоса просто не было. Так куда ты подпевали, блин? Ну, он так классно пел. Это да. Как на концерте. Вот когда на концерте. Наматывай на ус, Виталь, наматывай. Голосят.
и ты хочешь просто орать, а голоса нет. Так, Алёнушка, ты куда поехала уже там? А, все, я поняла. Я понял. Алёнушка, не слушай никого, езжай. Вот. Моя фанатка. Моя фанатка? Это замечательно. Вот, смотри. Сейчас я скажу вам секрет приготовления. Яичницу куриной с приправой обалденную. Значит, типа грядут, берем сковороду, потом на сковороду я тут. Да, не помню, песня дурацкая. Все, я вижу, Виталий расстроился. Не-не, плохая песня. Согласен. Ну, это дискотека авария, да. Да. Было, ну, не вспомнили. Ну, чем? Слушай, чувак, ты прикольный, короче. Ты классный. Да, это святая правда. Правда говорить легко и приятно. Вкус у вас хороший, я молодец. Да и вы тоже ничего. Ура, ура! Ура, 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 ура! Дементий, Дементий. Дементий тоже рад. Ну все. Все, чем-нибудь поем или пойдем дальше? Или мы насладились друг другом? Нет, давай пой. Слушай, а давай это... Продлять будете? А давай ты пару песен сможешь угадать? У меня сейчас YouTube за авторские права, наверное, примет за твои пару песен. Это просто... Все, я понял. Ты мне скажи просто название. Если ты мне название знаешь, то я тебе их исполню. Интересно, абсолютно. Нет, не, не будем. Я хотел просто поставить, чтобы... Я вообще не понимаю. Я люблю ставить музыку, и чтобы люди, ну, как бы... Угадывали, угадывали, да. Я тоже так люблю делать, но только обычно я чем-то играю. YouTube нет. Да. YouTube. Давай послушаем собеседника. Он так красиво поет. Да все, хватит этого собеседника уже. Пойдем дальше. Пойдем дальше, вот. Мы ему тоже уже надоели. Нет, ну, вы прекрасно. Одну темочку, на... Тимулечку. 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 Ну давай, Алёнушка. Да. Ты тебе и выбирать. Тебе и выбирать, Алёнушка. Про коня? Я тебя своей Алёнушкой зову. Ну, эту песню не знаю, да. Да, про кого? Тогда песню про коня. Про конину. Про конину. На коня. Про козы. Конь, это любэ, что ли? Да какую хоть. А, вам важно, что вы... Или... думаю, ну давай сейчас. У любэ тоже про коня было. А вы имели в виду какую? Слушай, а Чижа, я не помню, я тебя спрашивал про Чижа, ты знаешь, это... Я думаю, он не вытянет. Я думаю, он не вытянет. Нет, мы с тобой же, я тебе, по-моему, Фантом пел, по-моему, в прошлый раз. Да, Фантом, да. И я тебе его пел. Но если ты хочешь, я могу тебе закрепить, если ты хочешь. Кстати, да, мы, кажется, первый раз встретились и... Нет, вот это на прошлом, в ролике, по-моему, есть, даже, может, ты еще не видел вторую часть ролика, да? Ну, какую? Ну, с тобой... Ребят, я вообще-то попросила песню про коня. Да. Фантом. Ладно, извини, извини. Мы с тобой каблуки должны слушаться, понимаешь? У нас сейчас... Согласен. Давай про коня. Давай про конину, да. Давай. А две песни можно? Можно, можно. Про коня, а потом про фантом. Фантом у нас уже был, но попробуем сейчас, давай. Давай. А ты эту хотела? А выйду с поля, в поле с конем. Выйду ночью в поле с конем. Все, понеслось. Ладно, микрофон отключаю, делаем погромче. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Сяду я вверху на коня. Неси по полю меня, по бескрайнему полю моему.
бескрайнему по полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему по полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, мои тебе аплодисменты. Марина Мушка, ты видишь? Уже твоя поклонница. Все. Два эфира пришлось с ней пообщаться, понимаешь? Скажи, куда подписаться на тебя? Вот. Слушай, Виталий, только выключи микрофон мой, что я себя слышу. Оу. Так я его включил. Не, мне в виду просто к тому, что обратная связь. Нет, сейчас нет, нормально, да. Громко уже было просто. Так у меня канал называется «Пианист Александр Лосев». Там вы и себя найдете в предыдущие ролики. И новые, да. Можете сказать «Мама, я в Ютубе», вот, да. В общем, Александр Лосев. Это я, пианист. Окей. Да. Выпуски с вами называются «Самый провальный выпуск», «Самый провальный выпуск 2». Да ладно, сейчас найдем. Сейчас я подпишусь. Только вы у меня зависли почему-то. Как камера в стоп-кадре. Да, вот так вот. Так что вот, да, самый провальный выпуск на канале «Пианист Александр Лосев». Мы развисли или висим до сих пор? Нет, а отвисли, Виталия. Ну хорошо, прекрасно. Спасибо, ребятки. Я подписываюсь на тебя, я твоя поклонница. Да ты что? Да ты вот. В смысле, да? Не смей быть твои поклонники. Смотри. Вы опять у меня зависли. 100 миллионов подписчиков у человека, ты видишь? Ну, завтра, дай бог, будет. Мы, кстати, я так понимаю... Вы мне сделаете, то вы мне опять зависли. Вы там смотрите, по компьютеру лазите, и камера у вас зависает. Ну, не страшно. А мы смотрим стрим, да? Наверное. Я же пошел искать. Ладненько. Все, Виталя, Аленушка, спасибо вам. Чирс. Спасибо вам за огромные ваши труды, за ваши песни-пения. Было очень приятно. Спасибо, Алёна. Я ваша поклонница от души. Виталь, не ревнуй. Я тут ни при чем. Потом поговорите. Спасибо, Алёна. В личку я подписалась. В личку? В личку это вообще интересно. До свидания. А, вот. Ну, круто же. Как это сильно разительно отличается от самого первого. Помните диалог? Был. Вот. Трилогия. Свершилась. Лайки, комментарии, подписки, донаты, переводы. Все, как мы любим, да? Это я вырвалось. Простите, пожалуйста. Лайки можно не ставить. Донаты, переводы, да. И телеграм-канал Лосев Лайф. Можете его просто сфотографировать. Можете найти там канал Александр Лосев по адресу Лосев Лайф. Можете просто навести камеру. И там все уведомления придут о новых роликах, о новых эфирах. О новых, в общем, оно все с разных самых аккаунтов. Вот. У меня просто не только ролики выходят на YouTube, есть некоторые ролики, которые на YouTube там в силу разных причин нельзя выставлять, но надо с уважением относиться к политике и правилам YouTube. Поэтому мы, как законопослушные блогеры, это все чтим и выполняем. Вот.